маленький птенец учится летать, только первые шаги делает. Какой милый. Не бойся. Белочка. Нехорошо приближать. Ой, какая красивая. О, прыгнула. А куда ей не видно? Три маленьких ног. Птички, какие дуже файні. Три? Да. Мама тут? Ну, нет, три маленьких и так, мама. То есть там болеет сидели, она там сделала гнездо? Да, получается, что она сделала посередине озера гнездо, и которое прямо посередине... Я бы ей посоветовал на острове сделать гнездо. Да, она вот тут. Какие они милые, классные. Сейчас черепа. Может, стоп? Это папа куда-то пошел за едой. Ничего себе! Это папа у тех маленьких птенцов залез на веточку. Вот как здорово! Какие классные животные, какие классные птицы. И поплыла уточка. А сейчас мы посмотрим на озере черепахи. Здесь вот две. Там тоже две, но маленькие. И там вот вдалеке, сейчас я поближе приближу, там маленькие, их плохо, конечно, видно, но там маленькие черепашки. И вот на озере так красиво, эксклюзивные виды животных. Как их сюда завезли, непонятно. Но вот они себе сидят на бревне и греются на солнышке.
Сейчас с другой стороны попробую поближе этих мелких снять. Там вдалеке тоже полно всяких черепах. И вот там вот то, что я снимала вдалеке. Ой, так их много, вот этих черепашек. Тут, конечно, плохо видно, но вот на этом дереве все черепахи находят. И там вдалеке утки, черепахи, две больших, поменьше. Какое классное отражение в озере. Небо, деревьев, природа. Живая и неживая природа. Вот это наслаждение. Июнь месяц, черепашки на солнышке загорают. О, наверное, видно. О, а там утки пошли на улицу гулять. Люди, утки. Наверное, ждут покушать. Устроились.